Ну что же, здравствуйте, все присутствующие на уроке номер 10. Урок номер 10. Я хочу сказать, что Жанна у вас ведет проект, и я вот между уроком 9 и 10, который сегодня, я для Жанны создал вот тот проект 1, 2 и 3. Похоже, что я файл сюда какой-то не скопировал, я у нее спрошу. В общем, вот Жанна будет вот тут. То есть идет не хронологически, потому что хронологически третий проект Жанны должен быть после моего 10-го. Но чтобы не разбивать, я их тут все вместе так аккуратненько вам поставил. Занятие 10-е. Я думал, как нам лучше пройти с этим делом. Поэтому здесь нет заранее написанной темы. Она есть в расписании, но я, в общем, достаточно креативненько так, значит, к этому подхожу, смотрю, что лучше сделать, что правильнее сделать. И мы с вами сегодня поговорим про agile тестирование, вообще software development life cycle, цикл разработки программного обеспечения в классическом таком варианте, то, что называется waterfall, водопад, и вот этот agile, который сейчас повсеместно, со всех сторон, уже последние там лет, не знаю, 20. И прежде чем мы на все это вспрыгнем, ну, давайте я, может быть, из истории вам что-нибудь рассказать, вопросы. Вы хотите что-нибудь из истории вопроса или вам не интересно? Поставил я на запись. Поставил. Потому что я обычно из истории вопрос не очень рассказываю, поскольку мы как-то так более сфокусированы. А с вами, ну, давайте, значит, мы поговорим вот о чем. Значит, смотрите, что получается. Исторически был такой способ, значит, разработки программного обеспечения, методология такая была, когда все проходило в таком последовательном цикле, да? Значит, ну, давайте напишем waterfall, или давайте так напишем software development, методология, да, methodology. И вот, значит, традиционно мы имели дело с то, что называется waterfall, водопад. Это когда идет один за другим, последовательно так оно проходило. Значит, как это было? Значит, во-первых, там были стадии, да, stages, да, этим по-английски называется stages, по-русски это стадии. Там были какие-то stages. Значит, ну давайте, может быть, мы про эти stages немножко поговорим. Значит, сначала, вообще, если мы посмотрим на какие-нибудь картинки, на картинках нагляднее видно, мы увидим, что довольно много разных картинок выйдет на, вот, допустим, SDLC, Software Development Life Cycle, да, SDLC, и вот я скажу images, вот вышли картинки, много-много разных картинок. Ну, давайте возьмем вот, например, вот эту, да, сейчас. Вот такая вышла большая картинка. Значит, на этой картинке у нас идет первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Вот мы видим Software Development Life Cycle, цикл разработки программного обеспечения. Планирование. Потом, что такое планирование? Они говорят, нам вот что-то такое нужно. Вот что-то такое нам нужно. Вот мы хотим там, вот они планируют. Вот такой бюджет примерно мы можем, вот такие потребности. И там все. После чего запускают, значит, ну давайте я, может быть, я по-русски, или попробую на двух языках, значит, stages. Это хорошая картинка, она мне нравится, она такая достаточно классическая. Planning, да, или мы по-русски напишем, что это планирование. Хотя, понятно, да, планируем. Что происходит на стадии планирования? Вот они ставят задачи. Можно об этом много чего прочитать. Я так просто самую общую такую картинку вам показываю. Планирую. Потом начинается анализис. Да, анализ. Да, значит. Анализ. Давайте по-русски напишем. Анализ. На этой стадии, что происходит, бизнес-аналисты
бизнес-аналитики, да, вот, бизнес-аналитики. Бизнес-аналитики формулируют, ну, они изучают вопрос, да, и формулируют то, что называется business requirements. Requirements. Есть такой формат для business requirements, один из возможных форматов, вот то, что называется use case. Use case. Вот они этими use case'ами описывают вот эти requirements, business requirements. Что такое use case? Use case – это фактически взаимодействие между будущей системой и вот этим человеком, который, значит, будет пользоваться. Вот вы пришли в банк и хотите открыть вот расчетный счет, checking account у нас называется. И вам человек, который работает в банке, задает разные вопросы. А какую сумму хотите положить? Там, да, потому что от того, какая сумма, там какие-то плюшечки могут быть. Если мало положили, вам там $5 в месяц, допустим, с вас будут брать. Если положили там от 1000, там, скажем, до 10, с вас не будут брать. Если положили больше 10, вам дадут большого плюшевого мишку, например. Там, ну, еще что-то. Короче, задают разные вопросы. В зависимости от этих вопросов, от ваших ответов, значит, все это начинает ветвиться, 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 получается такой граф. И в конце этого графа, допустим, у вас есть там 28 окончаний этого графа, 28 различных расчетных счетов вам могут открыть. Имеется в виду, что у них разная конфигурация будет. Они чем-то отличаются, эти расчетные счета. Так вот, каждый из этих 28 путей, да, это use case. То есть вот, если я буду вот так делать, я приду в эту точку, у меня будет вот такой аккаунт. Если я вот так буду отвечать на вопросы, будет вот так. Вот у вас получилось 28 таких путей, значит, это 28 use case. Вот это вот, значит. То есть описываются какие-то, значит, вот, делается такой анализ. Да? Идем дальше на картинку смотреть. Дальше говорит дизайн. О, дизайн — это большое дело. Дизайн — это делает отдельный человек, это отдельный талант. Дизайн вообще это иногда говорят архитектур, да, архитектура. То же самое, архитектура. Это когда создается структура, да, создается структура. Значит, продукт там архитект, да, или там продукт архитект или он продукт дизайнер создает дизайн или архитектуру. Это совершенно особый талант. Есть люди, которые умеют делать вот эту вот архитектуру. А есть люди, которые хорошо пишут код. Запросто он может писать гениальный код и совершенно не в состоянии быть делать архитектуру. Бывает, что он делает гениальную архитектуру, вообще не может писать код. Ну, в смысле, плохонько пишет. Это абсолютно отдельный талант. Главное в этом во всем, это то, что называется, ну, не главное, один из очень важных моментов, который там есть, это то, что называется, по-английски мы назовем scalability, да? А по-русски мы это назовем масштабирование. Масштабируемости. Я не знаю, может быть, я говорю как-то, это не так, как, допустим, у вас там в отечестве это называют, но, во всяком случае, вот масштабируемость — это очень важное качество, потому что по мере того, как продукт развивается, появляются потребности, которых не было в изначальных вот этих вот requirements, понимаете? И поэтому получается такая история, что когда нужно изменения внести, если у вас нет масштабируемости, вот этой scalability, то у вас этот дизайн начинает быть, вот как, представьте себе, строили дом, да, построили дом, вроде так органичненько все было, а потом надо что-то изменить, и значит, и сыпется все, понимаете, архитектура не рассчитана на то, чтобы развивать, а бывает, что рассчитана. Значит, так, давайте насчет requirements, подождите, что-то мне не хватает кое-чего в этой картинке, analysis, design, implementation, знаете что, ребятки, я после analysis, я вот тут между вторым и третьим я вставлю кое-чего. Мне не хватает места здесь. Вот здесь. Я напишу requirements. Ой, я извиняюсь. Я напишу requirements.
для объяснения мне не хватает. То есть, когда люди работают, им может хватать, но нам с вами для объяснения, значит, не хватает. Требования, да? Требования. Значит, дело в том, что требования... Мы с вами изучали, когда документацию, да, по-моему, мы должны были говорить об этом. Значит, требования. Значит, у нас бывают... Давайте мы по-английски, может быть, напишем. Business requirements, да? Business requirements, которые мы... requirements, которые нам даны в виде тест-кейсов, вот этих вот... use-кейсов, я извиняюсь, в виде use-кейсов. Но кроме business requirements у нас следующий уровень. Мы описываем требования к продукту, который вот эти requirements будет реализовывать. У нас есть product requirements. Product requirements. Мне кажется, что я громко стучу по клавишам. Я просто люблю, когда громко стучат. Я, значит, так, знаете, привык. Product requirements. И дальше нам нужна будет business product. Нам нужно будет functional specification. Functional specification. Обычно вот такой как бы стандартный functional. Ну давайте я словом spec ограничусь. Spec. Functional spec. Specification. Functional. Ты ж, ё-моё. Specification. Значит, это уровни детализации. Да? Functional specification это тоже программисты напишут, которые будут просто очень подробно опишут, как каждая функция работает, каждая фишечка, да, фичер, который пользуется наш пользователь, чтобы потом уже программировать по хорошо написанным вот этим вот requirements. То есть мы как тестировщики, например, для вас самый крутой документ, который больше всего дает информации, это functional specification. Прямо с него можно, его можно разворачивать в тест-кейсы прямо. Вот, но надо понимать business requirements, чтобы понимать вообще, что что-то не в дугу вообще идет. Product requirements, чтобы понимать, что есть какой-то функционал, который должен присутствовать, это более подробное описание, да? То есть все-таки business requirements это как пользователь будет пользоваться, а product requirements это как продукт устроен так, чтобы пользователь мог пользоваться. Короче, значит, есть стадия планирования, стадия анализа. Стадии планирования может и не быть. Вот, допустим, в каких-то картинках вы увидите, что там нет планирования. Начинается сразу с анализа. Да, архитектура. Значит, вот сидит этот архитект, и он на выходе должен выдать две вещи. Ну, грубо. Да? Еще раз, все, что я рассказываю, это очень грубая картинка. Там какие-нибудь умники придут, которые там две недели поработали или какие-то курсы еще планируют взять, и они вам расскажут, что я там всякую ерунду говорю. Вот, но я упрощаю, просто чтобы не замылить картинку лишними деталями. Значит, и архитект. Исторически, да, мы говорим об историческом таком процессе. Он должен был выдать две вещи. Первая вещь это юниты, да, units. И вторая вещь это как эти юниты друг с другом взаимодействуют. То есть как это правильно назвать? Ну, давайте каким словом назвать? How units work together. Да. Что такое unit? Это законченный такой код, как сказать, вещь в себе, да, которая отвечает за определенный функционал. Но дело в том, что поскольку продукты обычно сложные, юнитов там много, и каждый юнит, когда свою работу делает, он подгребает где-то информацию от других юнитов, он отдает эту информацию другим юнитам. То есть, если вы картиночку нарисуете, то увидите там, допустим, квадратики, и каждый квадратик – это юнит. И вы увидите стрелочки между юнитами. И эта стрелочка может быть в одну сторону, она может быть двунаправленная, то есть, скажем, эти юниты друг с другом обмениваются информацией. То есть, вот такая вот картинка, значит, квадратики со стрелочками. Так вот, за каждым квадратиком стоит некоторый код. За каждой стрелочкой тоже стоит некоторый код, потому что эти юниты должны общаться. Поэтому, когда мы говорили про юнит-тестинг, да, или
будем говорить, может быть, более подробно. Да, мы еще будем говорить про разные виды тестирования, у нас есть впереди. Так вот, юнит тестирования – это white box тестирование. Да, это делает сам программист или специальный white box тестировщик, который тоже программист, по сути. Но в данном случае он занимается тестированием, потому что они тестируют живой код. Сами и юниты, и вот эти вот, значит, связи между ними. Ну, давайте мы напишем здесь связи. Связи между юнитами. Вот. И фактически white box тестирование состоит в том, что вот вы берете этот юнит, юнит тестинг. Юнит тестинг – это вот разновидность white box тестирования. В основном вот программисты занимаются юнит тестированием. Значит, они берут этот юнит, изолируют его от всего остального, потому что все остальное где-то там непонятно где, и пишут какие-то заплаточки, которые изображают из себя, так сказать, отсутствующие модули, да, которые там должны были бы быть. Вот представьте себе, что мы тестируем двигатели для автомобилей, там, я не знаю каких, там, Mercedes. И вот у нас завод делает эти двигатели. Двигатель – это юнит автомобиля. Да, там много разных юнитов. Там и компьютер, там и кондиционер, и там бог знает что еще. Ну, в частности, движок. Движок – это отдельный юнит вот той большой системы. Поэтому как тестировать этот движок? Мы можем взять автомобиль, который специально для тестирования, и присобачивать к нему каждый раз очередной движок и ездить на нем. Второй способ, который реально в жизни используется, это когда делают специальные стенды для тестирования, загоняют туда этот движок, подключают куда надо, и дальше по определенной программе гоняют его в таких режимах, в которых в автомобиле вы и не сделаете, даже при всем желании. И вот его так тестируют. Вот точно так же юнит-тестинг делается на софтвере. Берется какой-то замкнутый, значит, код, вещь в себе, и дальше вот эти связи с другими юнитами, они какими-то патчами там закрываются, ну, тоже пишется вот эта среда, в которой все это происходит, и дальше вот его отдельно тестируют. Потом начинается интегрейшн тестирование, да, когда мы несколько юнитов вместе там, потом системного уровня, когда они все всей системы, и потом acceptance. Вот это 4 уровня тестирования. Уровень первый, значит, это unit, уровень второй – это integration, уровень третий – это системный, system testing, и четвертый уровень – это acceptance testing. Значит, вот я немножко проецирую сразу на тестирование, чтобы вы понимали, как люди это все тестируют. Так вот, первая стадия – это планирование, вторая – это анализ. Планирования может не быть в данной картинке. Требования. Потом пошел дизайн. Почему я вставил сюда требования? Потому что архитект, вот этот дизайнер, он не может сделать архитектуру просто на уровне use case. Это маловато будет, понимаете? То есть у него есть гораздо более, так сказать, серьезный документ. Вот он делает этот дизайн. Что у нас дальше по картинке идет? Implementation. Ну, implementation... Это внедрение, если дословно, да, мы на английском скажем, значит, implementation. Другое слово для этого правильно, то тоже называют coding, то есть кодирование. Другой уровень, другое слово будет implementation, coding, что еще бывает? Development, да, разработка. Вот это все, значит, разработка, да, кодирование, сейчас я говорю, кодирование, внедрение, давайте я тоже так, внедрение, кодирование, разработка. Разработка. Здесь у нас обычно в этом, значит, в этой стадии у нас есть тоже свои стадии. У нас есть, давайте по-русски что ли напишу. Так, значит, альфа. У нас есть альфа. Альфа – это когда есть внешний вид, да, внешний вид, но особо не работает. Ну, то есть, как бы так сказать, не функционирует, да, пока.
недоделанный, такая ранняя стадия. Ранняя стадия девелопмента. Следующая стадия девелопмента, значит, альфа, потом идет бета. Значит, бета – это когда почти все работает, но предстоит много незначительных доработок. И отсюда вот это вот бета-тестирование, когда отдают софтвер людям, отдают, ну, как бы на сторону, и они, им можно пользоваться. Это в общем-то, более-менее работающая вещь, а люди, которые пользуются, как правило, ну, скажем так, в контролируемой такой среде, где мы даем на бета-тестирование не всем желающим, а определенного класса желающим, то есть мы для себя планируем, кто эти люди должны быть, кого мы хотим видеть в этом качестве. Это, как правило, люди, которые пользуются и хотят видеть следующую версию, и, в общем, есть такие отношения, даже бывают серьезные, между теми бета-тестерами и компаниями, там, зависит от компании. Очень по-разному эти программы устроены. И я как-то был там, прям как в одной конторе работал, там прям как семья были вот эти вот. Я как раз мониторил всю эту программу с бета-тестерами. Вы не представляете, какие там у них были отношения вообще? Почти семейные. Там были люди, которые обижались, там, что им когда-то не давали какую-то версию тестировать, просто потому что там рассчитывали там, на какую-то новую категорию пользователей, вот этим там не давали, они вообще там на ушах стояли. Ну, не суть. Значит, вот это бета-тестирование. Много, значит, доработок. Вот, значит, бета. Ну и потом, значит, фактически там такая, значит, или бета, это может быть гамма, это может быть golden, ну, по-русски напишем, ладно, русским буквам, golden, такой золотой, либо там, знаете что, нет, все-таки я, давайте так, перейду, golden, или это может быть просто там релиз, да, релиз, ну, в общем, на выход пошел, да, все, отправился. Вот, значит, это в стадии имплементирования, кодирования там и так далее. Значит, параллельно с кодированием каждый день программисты работают, каждый день работают тестировщики. То есть постоянно происходят какие-то новые релизы. Не релизы на публику, но, скажем, внутренние какие-то релизы. Вот. Надо сказать, если мы говорим про публику, то вот этот waterfall вполне мог, например, выпускать новую версию, ну, там, допустим, раз там, легко, раз в 6, там, 12 месяцев. Да, Microsoft Word 1.0, 2.0, там, третьего, не, по-моему, со второго прыгнули сразу на пятый, там, 5.0, и так далее. Они там соревновались с Word Perfect, который был 5.0, и они ему туда бах сразу забабахали. Или там чуть ли даже не шестую, сейчас уже не помню, давно был. В общем, раз в 6-12 месяцев они так выходили с таким серьезным апгрейдом. Потому что это могло быть Microsoft, там, допустим, Word 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Это такие как бы небольшие такие. Это называлось maintenance release. Вот есть просто релиз, а есть maintenance релиз. Вот они там как-то вот выходили. Поддержка такая. Дальше что? Implementation. Значит, тестирование могло быть либо параллельно, либо параллельно и плюс отдельная стадия. Давайте глянем, как у них здесь. Вот, пожалуйста, testing and integration. Ну, я оставлю просто слово testing. Пусть будет testing. Не хочу вам голову морочить. Значит, testing. Тестинг. На это дело могли дать, например, ну, там, скажем, там, я не знаю, две недели. Это фактически так получается, что мы уже готовы выпускать. За эти две недели, когда тестирование идет, разработка остановилась. Они заморозили код, тестинг. Значит, давайте я вам напишу термин, тоже еще один такой существенный, называется code freeze. Code freeze. Заморозили код и пошли тестировать, только тестировать. Значит, все, что мы нашли, мы починили. То есть мы меняем код только для починки ошибок, которые найдены во время тестирования.
значит, разработка остановлена. У нас есть там что-то. Может быть, мы не успели. Может быть, мы бы сделали, но решили отложить или что-то. Неважно, все. Функционально продукт меняться не будет. Вот у нас есть тестирование. Все, что натестировали, все изменили, там, починили, все отправили. Да? Следующий у нас там, мы, наверное, в maintenance сейчас пойдем. Да, maintenance. Maintenance – это поддержка. Периодически там где-то пользователи там чего-то нашли, надо починить периодически. Ну, там какие-то мелкие доработочки, там maintenance. Maintenance. Ну, я бы это перевел. Вообще, maintenance – это поддержка. Ну, давайте я напишу поддержка. Поддержка. Поддержка-сопровождение. Да, то есть переводится как поддержка, но по смыслу в значительной степени сопровождение. То есть, так как бы, значит, люди пользуются, надо им помогать, когда там проблемы какие-то с кодом. Вот это такой типичный классический цикл. Так, хотя я считаю, что планинг это не обязательно в классическом цикле. А давайте мы глянем, какие еще картинки там есть. Вот, например, такая же точно картинка, да? Ну, что это? Да, планинг, анализ. Нет, такая не хочу. Хочу какую-нибудь большую картинку. О, нет. Сейчас найдем что-нибудь такое для вас специально. Вы видите? О, пожалуйста. Вот эта вещь, друзья. Вот эта вещь. Давайте я где-нибудь... Вот прямо из Википедии, да, нас выкинуло в Википедию. Вот, картиночка, пожалуйста. Я не знаю, как ее больше сделать. Она довольно мелкая, зараза. Ну, не важно. Значит, вот смотри. А вот можно вот... Нет? Как-нибудь можно ее? Нет? Нет? Ну, не важно. В общем, вот картинка. Значит, смотрите. Тут начинается вообще с каких-то... Слушайте, мне не нравится. Очень мелко это все. Сейчас можно как-то укрупнить. Да, можно... Вот оно. Значит, смотрите. Это какой-то серьезный такой продукт очень. Вот, например, инициализация, да, значит, они начинаются с того, что спонсор идентифицирует потребности компании, концептуально разрабатывают, потом эту системную концепцию, значит, там ее уточняют, потом начинается планирование, значит, project management план, другие документы планирования, потом requirements analysis, видите, они тут, да, значит, анализ вот будущих requirements, потребности пользователей изучают, потом идет дизайн. Потом идет development, потом идет integration and test, потом идет, видите, они здесь слово implementation используют в другом смысле, implementation как именно внедрение, то есть там нужно установить, отконфигурировать, обучить пользователей, поэтому я, например, не люблю слово implementation вот тут, я его не люблю, потому что это слово, которое в другом месте тоже используют с другим смыслом, поэтому... Ну вот внедрение, да, то есть они должны прийти, запустить все это, организовать, потом operations and maintenance, а потом, посмотрите, смешно, disposition, от него избавиться еще надо в какой-то момент, придет что-то новое, а этот нужно свернуть, не просто забыть, что оно было, а его нужно аккуратно как-то свернуть, чего надо передать дальше, чего надо там архивировать и так далее, то есть это какая-то серьезная компания с каким-то очень серьезным продуктом. И вот смотрите, только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять стадий. Там, и причем какие стадии, правда? Хотя мы видим, что вот классика осталась. Analysis, design, development. Ну, тут у них requirements и анализ, они как-то в одном месте. Значит, requirements, design, development, тестирование и maintenance. Вот они как бы есть на месте. Так, давайте я, может быть, отсюда... Убегу куда-нибудь, нет? Так. Ага. Ну, закроем. Так. Возвращаемся к нашему вот этому файлу. Вот это примерно waterfall, вот разработка, как она шла. Такая картинка. Давайте я вас спрошу. Там, что у нас тут? Ну, нормально пока все? Ничего? Так,
Чем отличаются те, кто отлично пишет код, и те, кто отлично делает дизайн? Я думаю, это очевидно. Вот есть люди, которые пишут хороший код, а есть люди, которые делают хороший дизайн. А есть люди, которые готовят там торт Наполеон, там лучше других. Это разные вещи. Так, значит, при альфа и при бета. Это вы будете в какой-нибудь компании работать, и они наполнят каким-то смыслом вот это содержание. Это не является общепринятым, общеупотребительным. Это где-то какой-то у них... Они себе придумали при альфу и при бету, поэтому они должны наполнить это каким-то содержанием. Что значит при альфа, что есть внешний вид? Внешний вид, вы смотрите, вот эти application, вот оно есть, вот вы видите. Но кнопочки начинаете нажимать, оно крэшится, не работает. Ну, как бы очень ранняя стадия разработки. Просто очень ранняя стадия. Набросок, черновик, да, очень хорошо. Так, отлично, понятно. Я архитектор, не пишу код. Ната, я не знаю, что вы делаете в нашем классе, но я вам рад, вы знаете. Вот, хорошо, идем дальше. Это, значит, waterfall. Это waterfall. А потом что произошло? Потом появились веб-приложения. Веб-приложение — это такая история, что я иду там на Google, допустим, пусть будет Google, и ищу что-нибудь. Ну, например, я ищу там себе хрустальную люстру. Например. И дальше выходит какой-то список магазинов, где можно купить эту хрустальную люстру. И я вот, знаете что, давайте попробуем вот с люстрой, да, что у нас получится. Вот я пришел на Google, да, я пишу, ой-ой-ой, так, сейчас. Crystal, сейчас, если я правильно напишу, слово-то французское, вот оно, Crystal Chandelier, вот у нас эти. Вот, ну, те, что по рекламе заплатили, я пропускаю. И смотрю, кто вышел вот первым. Первым вышла там, пожалуйста, Lamps Plus. Это большая известная фирма. Lamps Plus. Хорошо. Кто второй вышел? Какой-то Shades of Light. Замечательно. Amazon третьим. Смотрите, как они побили Amazon. Вот, потом... Ну, что-то еще там выходит, пожалуйста. Wayfair, это все большие, Lowe's, очень большие, серьезные фирмы. Вот, и так далее. Overstock, значит, короче, вы хотите продать ваши люстры, так? А для того, чтобы выходить хорошо в поиске, вам нужно все время делать апдейты какие-то, дополнительные фишечки. Пользователь должен хотеть пользоваться вашим там продуктом, вашим магазином, вашим там, я не знаю, что у вас, вашей соцсетью и так далее. Но это все время добавлять какие-то фишечки. Вы посмотрите, что произошло, когда вышел Facebook. До Facebook были уже очень популярные были MySpace, был очень популярный там, скажем, Friendster, да? Где они все? Что такого было вот в этом Facebook, что он их уложил, убил, вообще их не осталось там, вообще с концами уложил, понимаете? Почему Google, например, который вышел, а вообще рекламы не было. Вот так разошлось по сети, и все так друг другу, так сказать, рассказали. И вот этот Google, они ни копейки, по-моему, не потратили. Может, потратили, но это не было заметно. То есть, люди ищут что-то, и если у тебя больше фишечек, если у тебя, тобой удобнее пользоваться, если работает быстрее, если лучшие результаты приносит и так далее, вот ты собираешь народ. Значит, что получается? Когда мы получили, значит, интернет, софтвер больше не покупается в магазине на полочке или там по каталогам не выписывается. Понимаете, ты не идешь в магазин покупать софтвер. И ты не собираешься ждать полгода, пока будет новая версия. Ты идешь сегодня, ты смотришь, что у тебя есть. И вот они сегодня конкурируют. И я не могу ждать полгода, пока появятся какие-то фишки. Я даже не знаю, будут ли они популярными через полгода. Вот я сейчас начинаю эту разработку. А я не знаю, я предполагаю, но я же не знаю. Вот. И на смену waterfall приходит методология agile. По-английски там ударение на первый слог. Agile. Да? Agile. И вот, значит, приходит этот agile, смысл которого в том, такой упорядоченный бардак. Так можно назвать. Ну, то есть там есть порядок определенный, но это как бы попытка упорядочить бардак.
по сравнению с тем, как был Waterfall. Вот у нас возникает Agile. У нас возникает Agile. Давайте мы его снесем сюда. Нет, Agile. Agile, там есть цикл. Да? Ну, что мы знаем про Agile? Там есть... давайте мы сюда унесем. Там есть 2, 3, 4 недели цикл разработки. Цикл называется спринт. По-английски спринт. Спринт это цикл. А вот 2 недели это очень, очень распространенный цикл. Значит, ставится задачи, да? Значит, сейчас мы как-нибудь черточку поставим. Да. Значит, ставится задача на 2 недели, ну там на цикл, пусть будет, ну, ставится задача на цикл. Мы точно знаем, мы так, мы точно знаем, более-менее точно. Мы точно знаем, что эти пара фишечек, да, фишек, очень, скажем, нужнее других на сегодня. Так, у нас, допустим, там 50 фишек на уме, но вот на эти 2 недели, вот эти 2 мы хотим, или вот эти 3 мы хотим, вот сегодня вот вся конкуренция вот тут. И, соответственно, как бы смысл этого всего, в частности, в том, что идет параллельная работа, в отличие от работы, значит, идет параллельная работа, в отличие от той работы, которая идет в Waterfall, которая последовательная, да? Идет параллельная работа, а не последовательная. Стадия за стадией. Непоследовательно. Мы еще поговорим на эту тему. Но это примерно вот идет, так считайте, ну, может быть, даже не столько с конца 90-х, хотя можно было бы и туда тоже так прицелиться, но после обвала интернет-бума, вот начало 2000-х, и поперло, и уже и крупные компании в Agile работают, очень крупные. Там сначала это, может быть, стартапы какие-то были по мелочи, сейчас это повсеместно. Есть до сих пор проекты, которые делаются в режиме Waterfall, есть проекты, которые делаются в методологии Agile. Соответственно, там тестирование Waterfall. Значит, мы на разных стадиях должны соображать, чего мы должны делать. Что правильно делать. Хотя у нас всегда есть менеджмент, который нам скажет. Но тем не менее, в Agile мы тоже должны понимать, что мы делаем. И сейчас мы на эту тему посмотрим. Я только хочу с вопросами вашими поглядеть. Так, значит, да, Елена, я, честно говоря, абсолютно категорически протестую против того, чтобы вы со своими картинками сюда, значит, как бы внедрялись и отвлекали людей, которые участвуют в моем процессе. Это мой процесс, это мой класс, это мое шоу, окей? Вот, у вас когда будет свое шоу, вы будете свои картинки туда кидать. Значит, не интерферируйте, не мешайте мне, не отвлекайте моих студентов. Waterfall, какие-то госзаказы. Дело не в госзаказах. Дело не в госзаказах. Дело в том, что правильнее в том или ином режиме. Как это оценивается с точки зрения разработки задач, которые стоят и так далее. Разные факторы учитываются. Начальство, которое этим занимается, оно нам как бы... Жанна вам давала в ее классе. Понимаете? А вы сейчас в моем. Да? И в моем классе я хочу, чтобы внимание было ко мне приковано, а не к вам с вашими картинками. Вот. И ваша задача понять, что я говорю, а не уводить в сторону вообще от того, что Agile не равняется Scrum. Agile не равняется Scrum, мы сегодня об этом поговорим. Теперь, значит, давайте мы двинемся вот куда. Я извиняюсь, тут как-то все по-английски больше, но тем не менее. У нас есть вопросы на интервью. Вот, в частности, вот есть такой вопрос на интервью.
это один из тех, которые в клиренсе у нас. У нас в клиренсе есть 12 вопросов. И вот это один из них, который, значит, звучит так. Какой у тебя типичный день, обычный, твой типичный рабочий день, вот когда ты работаешь там в Agile Scrum. Но обычно они не говорят, когда ты в Agile Scrum, вот ты был на этом проекте, вот с Жанной, у вас был проект с Жанной, вы делали его там в Agile Scrum. Какой типичный рабочий день вот на этом проекте? Значит, может быть, очень много разных ответов, разной степени детализации и так далее. Но с точки зрения интервью, когда вы не должны говорить много без того, чтобы вас не спросили много, пусть они вас остановят лучше там через... Вы даете короткий ответ и говорите, если вы хотите подробнее, я могу подробнее. Но вы не хотите, чтобы вас остановили, когда вы их уже достали, и они потеряли нить. Значит, у вас есть две вещи, которые вы говорите. С утра у нас стендап митинг, или иногда говорят agile scrum митинг. Стендап митинг занимает 10-15 минут. Мы обсуждаем три вещи. Значит, что было сделано вчера, что мы планируем на сегодня и какие у нас блокеры. Блокеры, шоу-стопперы, то есть вот что нас тормозит сегодня, не дает нам двигаться дальше. Вот, собственно, все. Это митинг. После митинга что получается? После митинга я иду в мою джиру. А джира это Agile Management Application. Это не баг-трекинг система. Это не тест-планинг что-нибудь. Это Agile Management Application, в котором решаются все вопросы, которые решает наша Agile Team. Значит, вы говорите, что после митинга я двигаюсь в мою джиру. Там у меня есть таски. Вам там раздают таски. Кто раздает? Вот кому положено, вот тот и раздаст. В зависимости от вашего тима, вашей команды, где вы там работаете, там есть люди, которые вам дают эти таски. Значит, какие бывают таски? Я работаю над своими тасками. Над какими? Я создаю тест-кейсы, поддерживаю, апдейт делаю, да, то есть я обновляю, потому что меняется интерфейс, меняется функционал, какие-то вещи добавляются. Надо поддерживать. Даже те тест-кейсы, которые вы уже сделали, надо поддерживать, иначе они перестанут работать. Выполняю тест-кейсы там, по заданиям. Я проверяю починенные баги. Тоже могут быть какие-то таски на этот счет. Я автоматизирую тест-кейсы, если автоматизируете. Я делаю регрешн-тестинг, когда мне поручают. Я делаю билд-акцептанс-тестинг, если у меня есть такой таск. Вот. Там не должно быть такого таска, типа там пойди и отрапортуй баг. Баги мы рапортуем просто как функция, так сказать, нашего существования. И некоторые пытаются это увязать с разными стадиями внутри самого спринта, вот этого двухнедельного, допустим. Да, что вот в начале спринта, в конце спринта, там еще что-то. У вас самый общий вопрос, какой у тебя типичный, обычный рабочий день? С утра у нас митинг на 15 минут, мы смотрим, что было сделано, что мы хотим сегодня сделать и что нам мешает. Завтра будет то же самое. То есть цикл один день на самом деле, цикл работы тестировщика один день. Сегодня с утра мы решаем, что мы делаем сегодня. Завтра с утра мы решаем, что мы делаем завтра. И вот это там, скажем, две недели, вот мы так работаем. Где-то три, где-то четыре, где-то одну. Типичный такой, значит, спринт, это две недельки. Вот. Какие задачи я решаю? Когда бы то ни было, да, вот в пределах этого спринта, значит, я пишу тест-кейсы, я их правлю, я их выполняю, я проверяю баги, что они починены, автоматизирую, там, regression, build acceptance, все. Безусловно, когда вы работаете где-то в конкретном месте, на конкретном проекте, у вас могут, безусловно, быть какие-то более специфические обязанности. Но не вникая в конкретный проект, вот это примерно то, как работает тестировщик. У него как бы день похож на день. То есть внутри этого всего там содержание может меняться, но в общем-то вот более-менее вот, начинается с митинга и понеслось. Да, значит, эта часть понятная? Waterfall это не там, где высока цена ошибки, нет. Нет. Так. Жанна вам предмет докладывает, а я о жизни рассказываю. Знаете, то есть я вас как бы развлекаю историями. Так, хорошо. Значит, теперь.
Давайте мы посмотрим. Значит, есть еще некоторые вещи, которые я хочу, чтобы вы тоже так обратили внимание. Значит, есть такой термин, как continuous integration. Значит, continuous integration – это процесс, непрерывная разливка софтвера, да, непрерывная интеграция. Значит, что мы имеем? У нас есть программисты, вот эти девелоперы. Да, они пишут код каждый день. Они работают, они пишут код. Что они с ним делают? Они что-то дописывают, новые фишечки. Они, может быть, чинят какие-то ошибочки там. Неважно. Вот они что-то меняют. И они этот код сдают в некое хранилище, вот это репозитори. Вот они в это хранилище сдают свой код. Check it. Окей. И к концу дня, например, к концу дня, а может быть, не обязательно к концу дня, в какой-то момент, у нас есть человек, который называется DevOps, Development Operations. Есть человек, раньше это делал, этот человек назывался Build Engineer, там, Release Engineer, такого плана. Человек, который ответственен за билды, за релизы. Значит, он сегодня не просто там вручную что-то фигачит, а он кодирует какие-то приложения, там их можно кодировать, и эти приложения сами запускают какие-то процессы. Значит, вот тут написано, что девопсы делают релизы, тем самым они как бы, значит, создают вот эту вот систему постоянной разливки, да, continuous integration. Да, DevOps, значит, вот я пишу, что раньше назывался Release Engineer или там Build Engineer, создает автоматизированную систему для создания билдов. Значит, вы помните, программисты сдали код в какое-то хранилище, вот это репозитори. Дальше, значит, та система, которую создал DevOps, она берет и запускает это все. Есть такая штука, я не знаю, тут у меня не написано. А, вот scheduler. Да, вот написано. For example, Jenkins. Jenkins – это очень популярный scheduler. Его можно кодировать, это как бы алгоритмизировать его работу. Значит, итак, сначала идет процесс компиляции. После процесса компиляции этот же самый scheduler, этот же самый Jenkins, он запускает автоматические тесты, если есть. Это то, почему сегодня так популярно автоматизированное тестирование, потому что автоматизированное тестирование сегодня является частью процесса релиза, понимаете? То есть так у меня был автоматизированный тест, и я его где-то там в углу у себя гонял. А сейчас я отдаю этот тест DevOps, он его включает, там через Jenkins подключает его к процессу релиза, и запускаются тесты. Автоматические тесты могут быть сделаны тестировщиками, которые автоматизируют. Они могут быть сделаны программистами. То есть они, программисты на своем уровне могут какие-то тесты предложить. Короче, компиляция прошла, потом запускаются автоматические тесты. И для этого не нужен тестер, чтобы он там сидел. Да, он тест сдал свою там, автоматизацию, и все, оно запускается. А после того, как это, допустим, все тесты успешно прошли, вот, да, если прошли, то scheduler, например, Jenkins, да, этот, вот он берет и подгружает его на production server. Production server – это тот сервер, куда вы идете, вот вы пишете там, скажем, microsoft.com, да, и вы попадаете на production server Microsoft, да, потому что есть еще сервер, где они программируют, есть сервер, где они там тестируют, а есть сервер, куда пользователи ходят. Вот он называется production server. Вот мы тут объясняем, да, мы, какие бывают сервера. Development, там, где работают программисты, туда никто доступа не имеет. QA-сервер, это для нас, чтобы мы никому не мешали. Вот у нас есть там местечко, вот мы там работаем. И production, да, это куда ходят пользователи. Так вот, значит, scheduler, да, вот этот самый Jenkins, например. В какой момент запускается компиляция? Мы должны решить. Например, в 11 вечера каждый день, когда уже все свое сдали, мы делаем новый билд. И есть конторы, где новый билд будет делаться каждый раз,
когда кто бы то ни было из девелоперов, любой из них, да, взял и положил там какое-то что-то новенькое, положил там в это репозитори. И вот, ну, то есть появился новая добавка, появилась коду. Бах, пошли делать новый билд. Это зависит от того, что у вас там за контора, понимаете? Вот. Может, у вас там какой-то новостной сервер, у вас там, может быть, каждые 10 минут что-то меняется, я же не знаю. Но бывают очень активные такие живчики, бывают такие, что не спеша. И вот, там, может быть, в принципе, очень много билдов каждый день. Итак, вот это вот continuous integration, когда мы в agile работаем. То есть сделал, пошел, сделал, пошел, сделал, пошел. Это может быть так. Это может быть раз в две недели. Так тоже может быть. Это зависит от того, как оно там, допустим, подгрузка там на продакшн, да, совершенно не обязательно каждый день, это может быть просто раз в неделю, это раз в две недели в конце спринта, тоже может быть. Но во всяком случае это все, так сказать, возможно, и это то, как сегодня все это работает. Так, мы поняли про три сервера. Значит, еще раз, вы поняли, что есть три сервера, и они друг с другом не связаны. То есть программисты пишут, отдают тестировщикам, когда тестировщики говорят, вот этот хороший, его перекидывают на продакшн сервер. Вот есть такая система. Как делаются автоматические тесты для Whitebox? Ну, спросите программистов, они вам расскажут. Господи. Если человек может это все запрограммировать, он же и протестировать может. Это же это проще задачка-то. Что же это? Вопрос-то какой. Значит, вам не надо знать. Программисты пусть знают. Это их работа. Пусть они разбираются. Значит, следующая картинка у нас вот тут идет. Это картинка, где мы сравниваем Agile и Waterfall. Вот смотрите. Спрашивают, что за разница между Waterfall и Agile Development Models? Чем они отличаются? И вот, ну, они у меня так вот сверху вниз, не слева направо, может быть, это было бы правильнее, но вот сверху вниз. Значит, итак, Agile. Многие вещи делаются параллельно. Waterfall. Стадия за стадией, stage by stage. Одна, две, четыре недели цикл, development цикл, да, значит, спринт. 4-6 месяцев. Я видел и погоду тоже. Ну, пусть будет 4-6. Ладно. Несколько фишечек разрабатываются в одном спринте. Много фишечек разрабатываются в одном цикле, там, за 6 месяцев, там, да, там 30. Очень быстро реагирует на потребности пользователя. Да, потому что две фишечки, там есть человек, называется product owner. Вот этот product owner, он следит за фишечками, что нужно, ходит на всякие пользовательские конференции там, и так далее, и так далее. Вот он в курсе, он определяет. Специально человек для этого есть. И, значит, это быстро все происходит. Быстрое реагирование на потребности пользователя. А этот медленно реагирует на потребности пользователя. Мы должны точно знать, что пользователю сегодня нужно. А в Waterfall мы предполагаем, что может быть нужно. Предполагаем. Здесь мы точно знаем, а там предполагаем. Значит, софтвер, который разрабатывается в Agile, это веб или мобильный, это downloadable. То есть подгрузка происходит, так сказать, из сети. Waterfall приложения, они могут быть downloadable. Они могут быть просто приходить там на диске каком-то или там откуда-то эти файлы должны браться. А могут в магазине продаваться. Вот вы можете пойти в магазин, там что-нибудь будет в пакетиках, какой-нибудь софтвер там для налоги посчитать, какой-то TurboTax какой-нибудь. Там сколько хочешь, есть софтвер, который в коробочках продается. Так что вот такие примерно разницы. Если вопрос возникает, в чем разница или как вы объясните разницу, вот так. Но я просто хочу, чтобы вы понимали коммерчески, откуда возник этот самый Agile. Он возник из того, что появился веб, потом уже мобилки тоже, но изначально веб. И на вебе конкуренция между компаниями уже не на уровне полгода между там релизом тут и релизом там. Понимаете? А на уровне вот там сегодня. Ну или неделя, ну хорошо, ну две. Я помню, значит, у Microsoft была такая тактика в 90-е. Они тогда начали развиваться из компании, которая делала DOS и Windows, они начали развиваться в компанию, которая еще и приложение делает. И они делали такие
упреждающие удары по конкурентам. То есть, ну, они говорят, мы там через полгода выпускаем, вот, ну, допустим, базу данных там Access, которая должна убить парадокс. Борландовский-то парадокс доминировал в этом классе. Вот мы там его выпускаем. И люди говорят, ну давай уже подождем, что ж мы сейчас будем тратить деньги. Microsoft все-таки там, да, они же операционной системой владеют, то есть они лучше там интегрируют софтвер с операционной системой, что правда, абсолютно. Вот. Но они заранее, бах, объявили. И те, у кого софтвер вот уже есть, вот уже на полке стоит, да, они не могут его продать, ну или, скажем, меньше продают, просто потому что все ждут, что там этот Microsoft сделает. Когда вышел Microsoft Access 1.0, вы себе представить не можете, какая это была катастрофа. Он крашился просто на каждом углу. Но когда уже вышел 2.0, это была вещь, очень крутая вещь. Они же еще половину разработчиков с парадокса переманили там в Сиэтл. Отдельная история. Я просто к чему говорю. Был рынок, на котором ты мог за 3 месяца, за 4 месяца, за 6 месяцев сказать, у нас скоро выйдет, и люди ждали тебя. При том, что уже что-то там было, вот оно там лежало и так далее. Ну, где-то там было. Вот. Сейчас другой рынок. Сейчас никто тебя ждать не будет полгода. Кому ты нужен тебя полгода ждать? Вот пошел там и все, и работает. В другой мир. Вот. Пошли дальше. Значит, что у нас дальше? Скажите мне, пожалуйста, мы с вами обсуждали разницу между version, build и release или нет? Потому что я уже начинаю путаться между классами, в которых я рассказываю, и то ли я вам уже рассказал, то ли еще нет. Нет, шикарно, шикарно. Значит, давайте так. Значит, мы смотрим на разницу, это важная разница, важные вещи. Значит, у нас есть версия, build и релиз. Значит, версия – это то, что у вас, это официальная нумерация, которая создается для публики. Например, вот я сейчас пойду, ну вот у меня ноутпад на экране. Это всегда под хелпом. Help about. Вот, help about, и вот там будут все эти версии. Вот я пришел на help about, но ноутпад это часть Windows. Отдельным приложением не является, это как бы в пакете. Что мне говорят? Мне говорят, версия вот такая-то. 19.09. Тут они еще говорят, у нас тут еще билд вот такой-то, такой-то. Это на случай, когда вы хотите ошибку сообщить. Вот вы рапортуете ошибку, там говорят, у меня вот там что-то произошло. Они говорят, какой билд? Чтобы знать где. Вот такая, вот эта версия. Вот версия здесь. А билд это какой-то у них там рабочий момент. Мы не знаем, о чем речь. Давайте мы с вами в браузер придем. Вот у меня браузер хромовский, да, вот я говорю help. В help у меня, в help всегда есть about. Вот, вот он, апдейт произошел прямо по ходу дела, пока мы с вами тут, значит, смотрим на него. Вот он говорит, версия вот такая-то. Вот она такая-то версия, она же официальный билд. Ну, специфика браузера, там, допустим, как-то они так назвали. Любое приложение, которое вы откроете, ну, я не знаю, что у меня есть что-нибудь на экране, сейчас я посмотрю. Ну, вот Skype у меня есть, я не знаю, в Skype что-нибудь будет, тут help. Сеттинг. Я, честно, не знаю. Skype немножко другого плана вещь. Ибог, не знаю, где тут у них help. Help. Есть help. Ну-ка, давайте откроем. Help. About. Есть какой-нибудь? Вот жизнь. About. Ну, тут немножко как, какой-то другой about. Third party. Privacy, Terms of Use. Честно сказать, не вижу. Может быть, есть где-то, но вы там можете... Я просто не хочу сейчас время тратить, разбираться, но, во всяком случае, в Skype тоже есть Help About. Хотя, может быть, не так традиционно сделать. Хотя Microsoft, казалось бы, классика жанра принадлежит Microsoft, то могли бы. Help и Feedback там версия, да? Значит, ну-ка еще раз. Help and feedback. Ну и где версия? А, я извиняюсь. Вот она. Конечно. Sorry. Начал читать, не посмотрев. Значит, версия вот такая. Skype and Microsoft, пожалуйста, 22-го года. Значит, help about, там всегда есть версия. Значит, идем дальше. Так, вопрос. Сейчас давайте глянем. Тут у нас вопросы какие-то что-то накопилось. Не обсуждали. Хорошо, вот мы не обсуждали, обсуждаем.
версия – это то, что дается пользователям. Вот когда Microsoft из Word, или там он Microsoft Office 2.0 перешел в 5.0, это версия для пользователя. Это совершенно никакого отношения не имеет ни к чему больше. Мы пользователь, такой маркетинговый даже больше. Теперь, значит, build – это результат компиляции. Результат компиляции. Значит, компилированный софтвер, предназначенный для того, чтобы отрабатываться внутри нашей команды. То есть наше намерение в отношении этого софтвера – это внутри с ним поработать, да? Для внутреннего использования. Поэтому нумерация, которая там к нему идет, она внутренняя. Никто нигде во всем мире не знает, что у нас там за нумерация. Это вот у нас тут в команде. Какой-то из билдов, он называется релиз кандидат. Вот этот какой-то из билдов, мы говорим, это наш релиз кандидат. Он такой хороший, что если мы сейчас его углубленно потестируем, и в общем все нормально, он тогда пойдет к публике широкой, да, вот туда, уйдем в продакшн, отправим. Итак, релиз – это билд, да, который, значит, намерение наше такое, чтобы он отправился к пользователям, да. Вот какой-то билд 12-TR4, ну, абстракция, какой-то билд, релиз кандидат, то есть внутренняя нумерация, релиз кандидат. Значит, он как релиз тоже может иметь какую-то нумерацию, а может не иметь, может остаться на уровне вот билда. Вот этот билд стал релизом. Но когда вот этот билд 12TR4 отправится в релиз, он получит версию, его вывесят, выложат на продакшн сервер, и вот мы с вами будем туда ходить. И даже понятия не иметь, куда вы попали и вообще, что это там за сервер такой, и сколько там у компании серверов. Вот я иду на YouTube, я понятия имею, там может быть сотни разных серверов, на какой сервер я попал. Вот я сейчас зашел, может быть он в Австралии, может быть он, я не знаю, там где-то в Мозамбике. Хрен его знает. Вот знаете, это уже там за кадром остается, это все, это уже не важно. Так, теперь мы с вами, так, build release, версия, понятно, да, то есть, Я не думаю, что там какие-то сложности могут возникнуть при понимании. Skype эстонцы разрабатывали, а Microsoft просто купил. Если бы вы знали, сколько Microsoft чего купил, это просто что-то. Когда моя жена Светлана работала в компании Hotmail, их таки купил Microsoft. Больше того, Microsoft, они же вообще из Сиэтла сами, у них в Кремниевой долине было уже, наверное, 4-5 компаний, некоторые совершенно бездарные, которые они купили, и они тут прямо кампус организовали со всеми делами. Была очень смешная компания, которая называлась... я уже не помню даже. В общем, смысл был вот в чем. Это были 90-е годы, чтобы люди не покупали компьютер. Компьютер же дорого, понимаете? Компьютер же дорого. Значит, они выпускали... Как же я забыл название? Выпускали такую клавиатуру. Клавиатура должна была подключаться к телевизору, то есть вместо монитора она подключалась к телевизору. О, экономия какая, представляете? Вот, и так оно и погибло потом, то есть абсолютнейший бред, то есть никто себе представить не мог, но им показалось это перспективным, потом куда-то все исчезло. Да, ну, в общем, короче, Microsoft все время скупал, и Oracle все время скупает, и Facebook все время скупает. Вы не представляете, какими темпами они скупают, и у них есть прямо департаменты, которые занимаются поиском, вот, кого скупить. И если вы с ними поговорите, вот там, вот я с мужиком разговаривал, который в Cisco этим занимается, у них там задачи, вот они там, если потенциальная капитализация там не до миллиарда, они даже разговаривать не станут. Знаете, они смотрят, нельзя ли их раскрутить там на миллиард или больше, там такого плана. То есть они все время занимаются скупкой, это как бы часть их бизнеса. Google, конечно, Google скупает. Google Maps, я помню, вот на моих глазах покупали. Atari не надо. Так, да, это уже чересчур. Да, так вот, мы с вами немножко в историю, да, я же такой исторический человек, даже, можно сказать, доисторический. Хотя динозавров уже не было, я вот хочу сказать, и Ленина я тоже не видел. А так вот, в общем, кое-что помню, да.
Теперь мы поговорим о некоторых определениях. И я специально это по-английски вам даю. Вы по-русски можете пойти и посмотреть сами, если захотите. Вот, я буду переводить, объяснять там и так далее. Но смысл вот в чем. Значит, итак, что называется, чтобы сказать, что такое agile, мы должны сказать, что такое incremental software development. Инкремент – это небольшой прирост. Небольшой прирост. Вот когда мы говорили спринт, да? Спринт – это когда добавляется пару фишечек. И вот, значит, не когда разрывается большой кусок, а когда по чуть-чуть добавляется. Так, часто, но по чуть-чуть. Вот это incremental software development. Добавление маленьких, небольших модификаций вот в пределах этого спринта. Это opposite, то есть это противоположность waterfall методологии. Incremental software development. В нем, значит, у нас есть agile. Agile это один из видов вот, употребления вот этой вот incremental software development методологии. У вас, насколько я понимаю, будет еще, наверное, не было Ханны. Вот Ханна на эту тему рассказывает. У вас будет с ней урок, она там про канбан вам расскажет, там еще что-нибудь такое, вот это ее кусок. Значит, я не хочу залезать на ее территорию. Есть совершенно бесподобное видео, которое Яна Мурза у нас в классе, значит, наговорила. Я вам покажу, когда до домашней работы дело дойдет. Давайте я напишу здесь, напишу homework, да, домашняя работа. Домашнее задание. Домашнее задание. Вот. Хорошо. Agile это один из подходов к внедрению вот этой incremental software development методологии. Scrum. Scrum это такой agile, где у нас удар, где emphasis, ударение мы делаем на ежедневное общение, communication, обмен информацией и гибкую переоценку планов. То есть мы можем в любой момент развернуться туда, развернуться сюда. У нас абсолютная гибкость на каждодневном уровне. Мы каждый день обсуждаем и можем в любую сторону рвануть, крутануть. То есть у нас полная свобода, полный маневр такой, да? Никаких ограничений в маневре. Вот это Agile Scrum. В Agile Scrum у вас с утра будет Agile Scrum митинг. Вот тот самый, да, который там 10, 15, 20 минут, где все рассказали, что было сделано. То есть мы должны знать, чем закончилось, что сегодня и что нам мешает. Вот эти блокер называется, блок, то, что блокирует, блокер. Есть еще слово шоу-стоппер, такой, который, значит, шоу – это движение вперед, да, вот в данном случае. Вот этот шоу-стоппер – это то, что нам не дает двигаться дальше. Или блокер. Спринт. Рабочий цикл от 1 до 4 недель в Agile Development методологии. Agile. Скрам-мастер. Дальше пошла команда. Значит, скрам-мастер – это человек, который организует этот процесс. Сегодня я урок с утра вел. Там у меня группа, которая там как бы Европа, СНГ, вот оттуда. И они уже подходят к моменту поиска работы. И там вот был вопрос, нужна ли там сертификация, как она там называется, QTB, там, ISQT, whatever. И значит, я им говорю, не надо фигней заниматься, да, вам сейчас нужно вот что-то еще. А там слухи ходят по Европе, что вот без этого вообще никуда, что очень востребовано, полная фигня. Но дело не в этом. Дело в том, что если вот уже хочешь время какое-то потратить, вы можете пойти какой-нибудь курсик взять небольшой на скрам-мастера. Это небольшой курсик, но если у вас в резюме написано, что вы там как имеете сертификат скрам-мастера, что вообще не big deal, это легко. Это легко, просто, недорого и так далее. И это великое дело. Скрам-мастер не должен быть обязательно кем-то, кто отдельная фигура, там сказать, это его должность. Есть люди, да, есть команды, где скрам-мастер это отдельный человек. Но очень часто скрам-мастер это один из тех, кто в этой скрам-тим работает. Поэтому, если вы добавите себе скрам-мастер сертификатик какой-нибудь,
Я хочу сказать, что это большое дело. Очень-очень большое дело. Это вам не ISTQB, вот этот вот сертификат там, не знаю, там фигня собачья. Значит так, организует, менеджерит, значит, скрам-процесс. Скрам-мастер. Product Owner. Это человек в скрам-команде, который, значит, отвечает за то, чтобы эти requirements собирать, приоритизировать, да, какой вперед. Он ходит на конференции, он общается с пользователями, вот так вот такой человек анализирует, что там на рынке есть другие продукты, конкуренты и т.д. Product Owner, как бы хозяин продукта. Значит, User Story. User Story – это некий аналог вот этой вот, где она у нас там, Use Case, вот этому. Да? Use Case – это в системе Waterfall, то есть требования, да, требования. Это формат для бизнес-требований. А вот тут у нас User Story. Это тоже формат для бизнес-требований или там для описания фишечки. Но он не такой разработанный, как Use Case, а он просто некий рассказ. Вот человек пришел, он хотел там купить сосисок, а ему предложили еще купить там маргарин. Вот, он подумал, что если он купит маргарин, то он может еще взять муки. И тогда там жена сделает, я не знаю, там что, коктейль по-толстовски. Вот. И вот, знаете, какая-то история. И вот программист на основании этой истории, соответственно, там что-то программирует, тестировщик на основании этой истории пытается протестировать. Если вас интересует соотношение, значит, user story и use case, то для одной user story нам пришлось бы написать довольно много use case. Это такая форма лаконичная, сокращенная, понимаете? Если мы начнем здесь расписывать use cases, то мы вот уйдем снова в этот самый waterfall. Мы ставим такие неуклюжие и такие неповоротливые, и все такое. Вот. У нас нет на это ни времени, ни сил, ничего. Вот user story. Значит, burn down – это когда горит, так сказать, сверху вниз, или burn up – это когда горит снизу вверх. Схема. Да? Чарт – это схема. Значит, такая горящая в этом направлении или в этом направлении схема. Значит, у вас есть перечень вещей, которые вы хотите завершить. Ну, допустим, у вас есть фишки, которые вы хотите им там внедрить. Вот, там, допустим, 25 фишек, которые вы хотите внедрить там, в ближайшие, там, не знаю, там, 3 месяца. И дальше вы начинаете вычеркивать из них. Вы можете вычеркивать сверху вниз, да, тогда у вас будет burn down, оно будет как бы сгорать вниз, сверху вниз. А можете вычеркивать снизу вверх, тогда будете, значит, burn up. Но что вы видите? Вы видите две вещи. Что у вас сделано и что вам остается сделать. Обе вещи видны. Вы видите границу между тем, что не сделано, и тем, что сделано. И наоборот. Вот как бы такой движок. Значит, это просто так, ну, такая вещь, которая используется в разговорах, в работе, в agile цикле. Agile team – это специфический термин. Это команда, она cross-functional. То есть в этой команде, это не команда тестировщиков, это не команда программистов, это не команда техсаппорта, понимаете? Это cross-functional. Это команда, в которой есть люди разных профессий, можно сказать, разных специализаций, и они вместе работают в этом спринте, они вместе все приходят на Agile Scrum Meeting, понимаете, мы все знаем, что у них, они знают, что у нас, вот мы одна команда, в которой люди занимаются разными вещами. Backlog. Backlog – это то, что надо сделать. Ну, либо в одном спринте, либо во всем продукте. Значит, список задач, которые, значит, наша Scrum Team идентифицировала, что мы должны их завершить, ну, либо в спринте, либо в целом, что относится к продукту. Jenkins, мы говорили сегодня, это Scheduler Application, используемая DevOps'ами. Jira, Agile Management System, занимается, значит, менеджением тасков. Это не Bug Reporting Application. Вот люди в резюме там пишут Bug Reporting и начинают Jira. Но вы можете в Jira это делать, но это не Bug Reporting Application, это Agile Management Application. Так, я вам рассказал то, что у меня было намечено.
вам сегодня рассказать. Сколько народу в классе? 625. Хорошо. Значит, сколько мы уже тут с вами общаемся? 1:20. Понял. Хорошо. Давайте теперь, значит, домашнее задание. Домашнее задание. Значит, мы с вами сейчас отправимся. Я там напишу у вас вот на вашей страничке, вот тут, да, занятие 10. Я дам ссылку на файл здесь, я дам ссылку на видео здесь. И в домашнем задании я вам напишу, что нужно делать. Но пока что, значит, мы пойдем на... Сейчас. partnov.net/ru. Я думаю, может быть, здесь. Я по памяти не так помню хорошо, но сейчас мы посмотрим. Значит, там у нас... поиск работы, образцы. Лекция в Гугле с русским переводом. Боже, кто это там? А, это не... Я понял. Да, это хорошая вещь, кстати. Хорошая вещь. Это где-нибудь 2005 год, когда только все это начиналось. И люди спрашивали, а как тестировать? И вот там женщина рассказывает, она была менеджером, хорошая тетка, кстати, очень интересно. Она рассказывает, как она все время с Waterfall Agile, с разных проектов на разные проекты, и вот она расписывает, но это было достаточно давно. Во всяком случае, вот есть ее лекция. Сейчас, значит так, это тестирование, так, это Яна Мурза с планированием. Так, сейчас, секунду. Тогда, может быть, давайте посмотрим не ру, а ру 2018. У нас есть на русском языке, ну, в смысле, она на английском, но это было потом все пере... переозвучено на русский. Сейчас. Где же это все... Сейчас мы найдем. Давайте мы сделаем так. Ctrl-F, Agile. Да. Agile. Ну, нет. Ах ты, да что ж такое ты? Agile. Ой, господи, так, Agile. Так, вот у нас вебинар в записи, презентация. Где же у нас Яна Мурза? Ну-ка, сейчас. Agile раз, всего один. Очень странно. Это очень странно, потому что у нас есть Яна Мурза с этим делом. Так, а может быть тогда... Нет, ну хорошо, я найду и вам дам. Значит, может быть кто-то из присутствующих там сориентируется. Яну давали в ДЗ 2022. Да, 22. Я вам давал, видимо, про тестирование. Я вам не давал про Agile. У нее есть два видео на Agile. Может быть, сейчас, секунду, знаете что? Я сейчас посмотрю. Так, видео. Так, это у меня есть страничка с видеоархивом. Так. Да, вот оно. Вот оно здесь. Так. Я для вас ведь тоже страничку видео создавал, правда? Была страничка видео для вас? Как она там выглядела? На английском, да. Но я так припоминаю, что мы ее и на русском. Тоже. Я вам не делал страничку с видео. Угу. Ну хорошо, сделаем страничку с видео. Ладно, это за мной. Короче, вот есть на английском. Я думаю, как ее вам отсюда вынуть. Яна Мурза.
Так, ну хорошо, давайте мы, значит, вы туда не зайдете. Ладно, хорошо. Я вам, так сказать, загоню Яну Мурзу. Короче, это совершенно бесподобная история. Я, знаете, что думаю? Я думаю, что мы можем пойти просто на YouTube. Сейчас, одну секунду. Мы можем сказать YouTube, а здесь написать Мурза, да, это Яна Мурза, и это будет Agile. Ну-ка, си, вот она. Вот, отлично, друзья, вы видите. Вот у нас есть Scrum Testing Methodology. Вот оно, пожалуйста, вот оно здесь. Из двух частей, час и час. Почему-то всего 2 часа. Это очень странно. Должно было бы быть больше. Ну, поглядим. Ладно, в общем, вот оно есть. На английском языке, я так полагаю, но... В общем, вы посмотрите. Я не могу гарантировать, но у меня ощущение, что мы его озвучивали. Тоже так же, как видео про тестирование. Мне кажется, мы его тоже озвучивали. Во всяком случае, это лучшее из того, что вот можно найти сегодня. Но также, сейчас я думаю, я вам дам, наверное, ссылки. У нас есть класс, который с поддержкой на русском языке. Давайте я посмотрю сейчас SU1. Вот этот класс. И у нас тут есть, видимо, да, Agile Scrum. Это 9-й урок. Ну-ка, давайте посмотрим. 9-й урок. Вот он тут. А вот, кстати, Яна Мурза. Давайте глянем. Она тут на каком языке? Такое ощущение, что тут нет этих самых, да? Нету. Сори. Ну, значит, нету. Ну, во всяком случае, на английском языке есть. Значит, вот у нас тут есть Яна Мурза. Виктор Фейгельман у нас есть тут с этим, с Continuous Integration. Тоже очень интересно рассказывает. Про Agile у нас есть, видите, еще Лана Литовская рассказывает. Я понял, я вам сейчас все это вытащу туда. И, значит, сделаю. Но. Нет, подождите, SU1. Ну да, вот в этом SU1, вот у нас там тоже был урок, и тоже были какие-то notes, похожие на ваши. Да, значит, и вот этот был вебинар, тоже можно посмотреть и так далее. В общем, хотя, наверное, он достаточно близок к тому, что мы сегодня с вами разбираем. Так, ну что, значит, домашнее задание. Значит, Яна Мурза, 2 видео. Лана Литовская. Лана Литовская была QA-директором в довольно большой компании. Там у них работало человек 100 тестировщиков, практически все из нашей школы. Она прямо здесь набирала их. Вот она рассказывает, это очень опытный человек. Но там специфика некоторые есть их проекта, поэтому вы там увидите. Там, да? Ну вот хотя бы вот это. И про Яну я вам, может быть, я не знаю, я рассказывал вам или нет эту историю. Значит, Яна вела урок, это было достаточно давно тогда вот по этому тестированию в Agile. И я, ну что, я повесил, думаю, это там всем интересно, пусть будет. Не устарели лекции за 12-й год. Ну, конечно, это не евклидова математика, да, там, сами понимаете, да, сами, там, хотя тоже из того, что вот во времена Евклида там многое не стареет. Тестирование не меняется так интенсивно, как программирование. Вот. Кое-что вполне ничего. Вот я не даю вам то, что старенькое. Но вот Agile, он и есть Agile. Послушайте. Значит, если есть сомнения, не слушайте. И меня можете не слушать. Я вот тоже как айсберг в океане тут седой. Вот. Значит, релиз кандидаты, бета-версия.
Я даже не знаю, как вам могло прийти в голову, что между ними есть хоть что-то общее. Вот даже не представляю, что это значит. Как-то, ну просто вот как торт Наполеона и император Франции, примерно такая связь. Значит, Яна Мурза, она работала тогда, по-моему, и сейчас работает в компании VMware, там, где виртуальные машины там делают, софтвер такой пишут. И она у нас читала вот эти лекции, я их вывесил. А это такое было смутное время, когда было много споров, там, как, что, чего и так далее. И есть один дяденька, он американец, который ведет блог. Какой-то он авторитетный, этот блог, то есть его там серьезные люди смотрят. И он написал такой пост, что я вот тут думал, там, знает ли наша индустрия сегодня, как тестировать вообще вот в Agile, насколько мы сильны там и так далее, подготовлены. И он пошел поискать, пошукать, так сказать, пошел на Ютубе. И нашел вот Яну с ее этой лекцией и написал, что вот пока у нас есть эта Яна и такие, как Яна, вот всем, что они там рассказывают, жить можно, да, можно работать. И ее менеджер, который читал его блог, вызывает нашу Яну и говорит, это что ж такое? Говорит, ты, говорит, там не поймешь, где лекции читаешь, а у нас в компании многие задаются вопросами. И вот ей поручили проводить курс лекций для сотрудников VMware. Я просто вам рассказываю, что вот какой человек интересный, и что вот это ее лекция, хорошая история, да, да. То есть человек, который там на высоком уровне, значит, послушал ее и сказал, да, блин. Поэтому вопрос в чем, устарела или не устарела? Я не знаю. Есть полно пацанов, знаете, даже такие, что вот у нас учились вроде, кто живьем, а кто там, знаете, по записям каким-то там, по бесплатным курсам, он там поработал пару-тройку лет, и вроде он там пошел. И он такой новый, ну, потом он как-то современный. В каком смысле современный? Не знает ничего того, что было до него. Понимаете, мир начинается с него, тестирование начинается. И он такой современный, блин, говорит, там все устарело, там какой-то Портнов. Это же архаичность, динозавр, что там вот это. Вот. И берет объедки с нашего стола. Берет за эти объедки, берет там в два раза больше денег, потому что ему продать сложно, он же должен очень много рекламы давать, реклама денег стоит. Примерно обходится, может быть, в $1000 вот так одного студента получить на рекламах. Не просто реклама, там же отработка идет и так далее, в смысле вот этих всех лидов. И дальше это стоит дороже, и по содержанию там объедки. И такие прям инноваторы, там, я не знаю, ё-моё. Вот, поэтому, ну, не хотите там, ну, кроме меня, кроме Яны, кроме Жанны, там есть еще какие-то, вот вчера там где-то отучились, вот, обычно это так, они как-то не очень сильно вошли в профессию, вот эти, которые этим занимаются, я на них когда смотрю, вот эти вот, они толком, ну, поняли, что профессия не заходит, надо что-то еще делать, ну, вот, например, вот там инфо-цыганство вот такое. Да, значит, ну, вот, собственно, и все. Я, значит, вам задание дал. Я напишу на веб-сайте, какие видео там посмотреть. Я их специально для вас туда вытащу. И так далее. К сожалению, да, там нет русской версии. Русская версия есть у Яны только, когда она про тестирование рассказывает, а не про Agile. Agile можно было бы с ней по-русски, только надо это отдельно позвать, чтобы записать сразу. По-английски записать, но как-то, может быть, более современный вариант. Надо будет с ней поговорить. Да. Ну, хорошо. Так, смотрим, есть ли у нас что-то. Agile – это веб-приложение, сайты. А Waterfall – это не онлайн и не веб. Я этого не сказал. Я этого не сказал. Исторически Agile возник, потому что появился интернет. Но это не то, чтобы вот, как вам сказать, ну вот смотрите, например, бывает ситуация, когда наше приложение ни с кем не конкурирует. Вот, допустим, я работаю в Wells Fargo Bank. И у нас есть там много департаментов. И в каждом департаменте, отделе, там свои какие-то задачи решаются. И мы внутри Wells Fargo Bank имеем колоссальную команду разработчиков, которые работают на разных проектах. Если этот проект, например, нацелен на пользователей, да, то мы, в общем-то, соревнуемся с другими банками. Мы хотим, чтобы они у нас эти деньги переводили со счета на счет, производили оплаты и так далее. Да? То есть мы боремся с другими. Мы работаем в Agile, потому что мы сегодня конкурируем.
У нас есть система, которой пользуются наши бизнес-аналисты. Или наши, там, допустим, продажники. Или наши маркетеры. У нас нет никакой конкуренции. Нам нет необходимости спешить куда-то, бежать куда-то. Мы никуда не гонимся. Мы спокойно работаем. Мы делаем серьезный анализ. Зачем нам это? Понимаете? Это не вопрос того, что это веб, или онлайн, или Windows, или Unix. Это вопрос того, что мы должны находиться вот в этом состоянии повышенной возбудимости, да, когда мы там каждые две недели должны что-то произвести. И когда люди могут спокойно работать. Поэтому отсюда идет, я же вам показал, откуда идет. А резюме в двух форматах. Вы будете проверять хэк-реактор и в формате школы. Я их вам предложу мне прислать через, да, допустим, может быть, пару недель, да, и мы их посмотрим. Я там покритикую, я вам скажу, имя ставьте там, напишите там Иван Иванов, или, да, или там Петр Петров, там, да, мы их, безусловно, поанализируем, покритикуем там и так далее, но это не прямо сейчас. Проверять индивидуально, я не думаю, что у нас есть такие возможности, вот вас тут все-таки много достаточно, и это я так вряд ли смогу, но я могу разбирать, ошибки у всех общие, понимаете, и ответы, я когда вам даю ответ, происходит такая история. Я дал общий ответ, из которого понятно, как поступить этим 200 людям. Но из этих 200 человек 50 поняли общий ответ, а 150 хотят, чтобы я им отдельно сказал то, что я уже им сказал. Но они почему-то к себе это не применили. Что говорить на интервью, что больше нравится Waterfall или Agile? На интервью говорите, что заказчик скажет, то и сделаем. Довольно мало Waterfall сейчас, очень мало. Когда конкуренты тоже тормоза, то на Waterfall можно остаться. Это не задача, которую вы решаете. То есть у вас вообще нет такой проблемы делать этот или делать тот. Вы приходите куда-то, они как-то делают. Почему они так делают? Какое мое собачье дело? Моя бабушка говорит, какое мое собачье дело? Пришел, работай на здоровье. Будут ли уроки по созданию странички на LinkedIn? У нас есть видео на эту тему, если хотите. Значит, я вам могу дать видео на эту тему. Канбан для чего предназначен? Вот Хана придет, она и расскажет. А что про сертификаты школы? Значит, мы пришли к тому, что мы не будем этого делать. Значит, вы можете написать, что вы прошли онлайн-класс, но выдавать сертификаты просто так мы не можем, а экзаменовать вас мы тоже не можем. И кроме того, у нас есть еще класс, вот, который за деньги, который в том же регионе, где вы находитесь, и мы не можем как бы подрывать то, что мы делаем за деньги, иначе мы там будем всю оставшуюся жизнь за бесплатно это делать. А так тоже не получается. Надо зарплату людям платить. Хорошо. Мы обсудили этот вопрос. Я думал, что какой-то там софтвер поставить, но потом мы пришли к тому, что мы просто не должны этого делать. Первый раз мы, значит, не было уверенности. Сейчас уверенность как бы уже такая есть. Хорошо, ребятки, мы с вами уже 1:40 в разговоре. Давайте я поблагодарю всех, кто пришел. Можно будет платно получить сертификат? Нет. Ну нет. Ну нет, нет, вы, конечно, можете взять курс, который стоит там $1000, и сказать, вот я прошел курс, дайте мне сертификат, я сдам экзамен. Но сертификат это не стоит ничего на самом деле. Вас не сертификат берут на работу. Итоговое, это так, ручное тестирование после автоматического или во время? Я не понял вопрос. Тестирование – это тестирование. Оно идет. Оно идет одновременно и black box, и gray box, и white box, так далее. Поэтому разными методологиями, это может быть и agile, и waterfall. Это может быть и ручное, автоматическое, может быть автоматическое, там, допустим, вы там, не знаю, на SQL что-то писали, там какие-то там бэч-файлы гоняли, там что-то у вас там из базы данных вы выбирали, или это, может быть, вы писали там на C-Sharp что-то, или там, не знаю, на Perl анализировали лог-файлы. Я не богу, но мало ли чего там, значит, все происходит в параллель, определенные вещи тестируют вот так. Например, юзер-пользовательский интерфейс тестируют вручную, потому что это делается один раз, и дальше мы забыли о нем. Автоматизация – это
когда что-то делается очень-очень много раз, и чем больше, чем чаще оно делается, чем больше раз оно делается, тем больше у нас мотивации эту фигню автоматизировать, потому что она время жрет, а так можно сэкономить. Не посмеются ли с вас, если вы без сертификата скажем, что прошли обучение? Ну, вы скажете, был курс, он был открытым, я прошел открытый курс, но вы можете взять курс в записи. Вот представьте себе, что вы пришли, какой-то курс записанный, вот люди, которые после вас придут, они приходят, лежат какие-то записи, они по ним идут. Ну, а вы так прямо аж в классе были, что? Я про бумажки не знаю, но еще раз, если вы хотите бумажки, соответственно, с бумажками вы должны учиться в других условиях. Должен быть класс, должен быть поменьше, должен быть на английском языке, должен быть там с проектами определенными, должен быть с экзаменами и со всеми делами. Но это другой класс. Это просто другой продукт. Понимаете? Автоматические тесты идут обычно из IDE или из каких-то специализированных сред. Есть такое понятие Test Automation Framework. Вот из этого фреймворка и идут. Фреймворки бывают стандартные, бывают самостоятельно написанные. Бывает комбинация, когда к стандартному фреймворку дописывается что-то свое и так далее. Тестировщики-автоматизаторы делятся на две категории. Которые просто автоматизируют и которые еще и фреймворки пишут. Те, которые пишут фреймворки, получают как программисты. Это, кстати, несложно. Ничего там такого нет, заковыристого, но это 150, 170 тысяч, там 200 тысяч. Вот люди, которые фреймворки пишут. Люди, которые не пишут фреймворки, но автоматизируют, ну скажем, 120, 130, там, такого плана. Мы будем с вами разбирать REST API. Не со мной, но если вы... Во-первых, у нас есть записи, я вам выдам. Во-вторых, если мы посмотрим на ваш курс, и тут у нас есть, значит, давайте мы глянем в ваше расписание, я тогда пойму, что у вас там включено. Вот расписание курса. И мы смотрим, что у вас есть. У вас есть, значит, Жанна, у вас будет вести Unix немножко, да? Вот вы видите, вот. Нет, сейчас. А, это Basic Unix команды у вас в проекте, сори. А, вот, пожалуйста, да. Вот она будет делать тестирование на Unix, там какие-то вещи Жанна с вами делает. Она с вами делает SQL, тоже Жанна, бэкэнд тестирование. У нас в основном курсе этого больше часов, но вам она как понятие дает. Вот, и насчет REST API. Да, вот оно. Вот это делает Ханна, я вам говорил, да, что у нас Ханна, обычно она начинает с канбана, всех этих дел. Но вот Ханна будет вести REST API с... REST API с Postman, я не вижу. А где она здесь про канбан-то? Ну, так, а это я сегодня рассказываю. Ну, значит, тогда запись будет про канбан. У нее есть лекция там у нас в основном нашем курсе. Я могу вам дать ее лекцию про канбан из курса про я себе сейчас запишу в ваше домашнее задание канбан с Ханной. Ханной это у меня, это будет из SU1 класс. SU1. Как раз она только-только отчитала, по-моему, эту штучку. Я вам скину запись. Там с русскими субтитрами. Да? Вот. Ну, наверное, все. Дальше. Заканчиваем. Так, вопрос про тест-кейс сегодня не надо задавать, не в тему вроде, а то пока тест-кейсы писала, появился вопрос, покоя не дает. Ну задайте, почему, если покоя не дает, задайте, может этот вопрос еще кому-то не дает. Значит, вопрос о соотношении материала в обычном классе и в этом. В обычном классе больше часов намного, в проектах и там... и бэкэнд тестирование. То есть они по содержанию отличаются. Отличаются. И как бы по тому, что мы там про поиск работы делаем, тоже отличается. Это не такое. И там автоматизация еще есть. Вот у вас автоматизации нет. Поэтому это, конечно, не одно и то же. При тестировании zip-кода имеем требование digits only. Ну,
При попытке напечатать букву вместо цифры, поле букву принимает, но когда нажимаем Submit, получаем сообщение Enter Valid Zip Code. Как написать баг-репорт о том, что напечатать букву в поле можно, но отправить нельзя? То, что отправить нельзя, это вас не должно сильно волновать. Вас сейчас волнует только одна часть, что поле принимает буквы вместо того, чтобы быть digits only. Вот, собственно, весь ваш баг-репорт. Поле, да, zip code field accepts non-digits instead of being digits only. И все. Вот весь ваш баг-репорт. Вы должны спросить себя, что случилось, понимаете? А вы говорите, он туда нажимаем, и сюда не нажимаем, а если не сделать, это не связанные вещи. Это не связанные вещи. У вас проблема. Он не должен принимать, но принимает. Вот и все. Вы можете сказать, но он же все равно не пропускает. Это нехорошая манера, это некрасивая манера. То есть, как бы, guidelines майкрософтовские, в частности, они говорят, что если чего-то нельзя сделать, надо сразу, чтобы пользователя туда не пускали, нежели дать ему возможность это сделать, а потом сказать, что там ошибка. С точки зрения, как бы, usability, да, вот это неправильно. Вот вы пишете по этому баг-репорт. Хорошо? Ну чего, все, не все. Тут у нас тоже набежали сейчас. По автоматизации у нас только в записи что-то будет. Вот, тестирование, бриф – это проект. Это правда, бриф – это проект. Потом еще будет проект. У вас есть примерное количество человек, кто находит работу после окончания курса. К сожалению, я в онлайне не контролирую вообще ничего. То есть я отдал, резюме отдали, клиренс произвели там и так далее. Дальше я знаю о том, что человек ищет работу или, так скажем, находит работу, когда за референсами к нам обращаются. Я понимаю, он ищет работу, он прошел успешное интервью, вот в этот момент мы общаемся. А так, в принципе, я не знаю, человек искал работу или не искал. У меня нет контроля никакого. Но каждый день там приходит, вот почти каждый день там 2, 3, 4, 5 человек, мы даем им референсы, и, в общем, то есть идет такой, как сказать, процесс идет. Иначе вы представьте себе, что мы не тратим эту $1000 на то, чтобы давать рекламу и получать, и покупать студента за $1000. Мы вообще ни копейки не тратим на класс, понимаете? Я могу там у себя на канале сделать видео, его посмотрит аж там, я не знаю, 7000 человек, которые и так нас все знают. Понимаете, я не адресую это видео куда-то там, какие-то новые люди. Люди, которые нас и так знают, будут знать, что у нас по расписанию следующий класс. Я не иду к каким-то блогерам, у которых там 800 тысяч подписчиков, или там, я не знаю, 500 тысяч подписчиков, не плачу им денег, чтобы они там, например, рекламу какую-то сделали, чтобы выйти на какие-то рынки, где меня нет. Даже вот ваша группа, она хоть и бесплатная, но все равно я же ничего не делал, я же не пошел ни к кому, чтобы меня прорекламировать. Пришли люди, которые меня и так знают. Вот. Поэтому это происходит только потому, что люди находят работу. Никто тебе денег не даст, если он не знает, что это работает. Процентов 90 минимум людей, которые приходят, это люди, которые знают кого-то, кто знает кого-то, или сам работает, или кто-то его с друзей работает. Это все приходит вот так вот, word of mouth. Поэтому легко представить себе, что если мы вот 28 лет, в августе будет 28 лет, как мы этим занимаемся, школа вот эта существует, значит, что значит работает. Вот у меня такие признаки. На кампусе там идет отчетность. Кампус – это лицензированная школа штата Калифорния, и там мы обязаны каждый год отчитываться. Если вы пойдете на сайт, а давайте я пойду, раз мы тут с вами сидим, что я картинки показываю. Значит, portnov.com, да, это страница кампуса. Там много-много классов, если не писаете, там сколько всего, большое хозяйство. Там и даже английский для тестировщиков, там у них курс недавно появился. Вот. А что, подвисло-то что? Portnov.com, и чего? Только и ничего, и не... Ребята, что случилось еще? Может, я не кликнул, что ли? Вот, waiting for Google Tag Manager. Что за фигня он там? Так, SDLC. Так, а я что-то не понял. Что, уже portnov.com не берет?
Так, давайте другой браузер запустим какой. Интересно, правда? Portnov.com. Ну, все-таки, вот вышел. Значит, Portnov.com, и мы говорили про... Я уже забыл, о чем там речь шла. А, вот вы пришли на сайт, и по требованиям штата Калифорния, всех лицензионных, значит, первое, что люди должны увидеть на первой странице, они должны увидеть вашу официальную информацию. Вот вы видите. Ну, расписание они не обязаны, это просто нам нужно. Каталог школьный обязан быть здесь. Annual report должен быть здесь. Performance fact sheet обязан был здесь. Вот если вы куда-то идете, там этого нет, это не лицензированная школа, или они косят под лицензированные, но реально не являются. Вот идет performance fact sheet, вы туда идете. Там есть довольно сложные правила, как эта фигня вся вычисляется. Это не так, как надо было бы делать, и не так, как вы думаете вот это все делать. Но тем не менее, оно есть. Вот это view, это последний, который есть. Вот он начинается. Там довольно много по разным программам, которые, может быть, есть в каталоге, но по ним не идут курсы. Поэтому, ну вот смотрим, что у нас. One time completion rate. Вот в 2020 году, да, у нас люди, которые закончили вовремя курс. Значит, вот, ну там, ну почти 80%. Тут почти 80%, здесь немножко больше 80%. Вот они закончили. То есть это вы можете представить, сколько народу там, заплатив за кампус, закончили вовремя. Они могут потом прийти. То есть они могут через год прийти, через полгода прийти. Да? Так же, как вот люди, которые у нас учатся в школе, у них неограниченное повторение. Они могут сколько хочешь ходить там за деньги, которые они заплатили. Потом идет job placement rate. Вот мы видим 2000 год, да, пандемический. Хорошо пандемический год. Вот, значит, у нас job placement rate. Это в течение 6 месяцев. Вот чтобы сюда попасть, вот в эти 68% человек должен получить работу в течение 6 месяцев после окончания курса. Вот. До пандемии тут было поболее. Вот. Ну и в общем за последние 2 года, ну вы можете посмотреть, что я вам скажу. Тут по зарплатам что-то идет. Когда маленькие зарплаты, там какие-то люди выходят, это значит, что там они на практику куда-то пошли, на интерншип. Еще столько не платят в индустрии, таких денег нет. Вот эти вот люди, которые до 60 тысяч, вот эти, а это просто практиканты. У них первая работа была интерншипом, поэтому так. А там дальше уже начинается, уже 27 человек, 10 человек там и так далее. Вот. Ну, в общем, я просто чему рассказываю, что... При всем при том, что эти данные не являются какими-то сильно насыщенными информацией, что вы можете на себя как приложить это все и так далее. Но, тем не менее, хоть что-то. Да, вот хоть что-то есть. В онлайн-классе и этого нет, потому что нас никто не обязывает это делать. И это очень дорогая работа, потому что сидит человек full-time, который получает там очень неплохие деньги. И вот обзванивает, там, пишет и так далее. Там 3 месяца жизни уходит на то, чтобы вот это делать. То есть нам этот репорт там входится, может быть, в 30 тысяч, 25 тысяч, чтобы его сделать. Хорошо, значит, так, ну все уже или мы где? Где онлайн можно адекватно оценить уровень английского? Онлайн нигде нельзя. С людьми надо разговаривать. Так, а спасибо за труды. Вот, значит, вообще, с точки зрения, кто находит работу после курса, я вам отвечу, 100% людей находят работу после курса, если они ее ищут. Проблема того, что кто-то не работает, состоит в том, что он не искал работу. Ну, или как, не, ну, вот он там 2 недели побыл на рынке и ушел. Там, вдруг ему никто не позвонил, там, или там. Один звонок был, там его спросили, может ли ты быть сисадмином. И все, и исчезли. И он говорит, ну все, тогда та фигня. Вот, поэтому, если он будет правильно искать работу, правильно, как я вам говорю, надо ее искать. Потому что моя статистика относится к тому, что вы делаете то, что я вам говорю. Если вы как-то еще будете искать работу, тогда это другая статистика, я вообще понятия не имею. Поэтому, да, поэтому если вы будете искать работу, значит, то вы ее найдете. Вопрос на самом деле в том,
какая статистика по времени. Ну, например, скажем, месяц на рынке. Вот человек месяц реально искал работу. Вот какой процент людей найдет работу за месяц? Я не знаю, там 30. А какой процент людей найдет работу за 2 месяца? 70. А какой процент людей найдет работу за 3 месяца? 85. Понимаете, да? А уже после 3 месяцев, вот это вот то, что между 85 и там 100, вот это уже идет, начинается после 3 месяцев. Но надо искать. Есть очень существенная разница между тем, кто думает, что ищет, и тем, кто делает это по тем алгоритмам, которые мы вам даем. Очень-очень большая разница. Я нашим студентам, вот в основном в нашем классе, я им говорю, ребята, 10% вы отступаете от алгоритма, 90% вы теряете от вашей этой маркетабилити. 90% результата вы потеряете, отклонившись на 10%. Вот все. А же умников, знаете, сколько умников? А ему кто-то сказал, а он думал, а вот там еще что-то. Так, кому наследство школу оставим? Ну, не пропадет, не пропадет. Кампусом уже занимаются другие люди. Да? То есть я там выполняю такую роль больше, как сказать, как член совета директоров там, и так далее, такую менторскую. Но физически она прекрасно живет при моем... Ну, чисто символическом таком участии. Слава богу, все хозяйство, оно уже без меня существует. Вот так что тут вообще не вопрос. Алгоритмы по поиску работы впереди, безусловно, безусловно. Тут. Хорошо, все, ребятки, давайте, а то я с вами никак не прощусь. Мы уже... То есть я люблю потрепаться, конечно, что говорить. Вот, мы с вами 547 человек, в общем. Все, прощаемся и делаем вебинар. В записи отдаем вам, куда положено. Все. До свидания, ребятки. Спасибо. За отдельное спасибо за хорошие вопросы.